звони мне больше. У меня есть парень. И если он узнает, что ты мне названиваешь, то тебе крышка. Понял? Кретин. Лаура, кто это был? Мой бывший. Хочет возобновить со мной отношения. Его бросила девчонка, и теперь он хочет вернуться ко мне. Ого, такой наглый. Думают, можно просто так взять и вернуться? Расскажи своему Бенцу, пусть он с ним разберется. Ты с ума сошла? Мой бывший чемпион по регби. Он побьет моего Бенсика, а я этого не хочу. Да блин! Да что тебе надо? Я же сказала, отвянь! Испортил мне все настроение. Реально наглый. Такой зануда, я никогда не встречала таких приставучих парней. Baby girl, you're my bop, and I like me too. Блин, пицца такая острая оказалась. Я уж 10-й стакан пью, а рот все горит. Дэнс, вечно ты жрешь, что попало, и не смотришь, что написано на упаковке. Там было написано «No spicy». Они, наверное, коробки перепутали. Я в прошлый раз купил хот-дог и попросил не добавлять горчицу. А они взяли и добавили двойную порцию. У меня потом целый день зад горел. Фу, можно без подробностей? Я не хочу слушать историю про твой зад. Да, я бы так и говорил. Ребят, подождите меня, я попью водички, а то у меня в горле пересохло от смеха. Привет, баскетболист, а можно я тоже водички попью? Занято! Ты что не видишь? У пацанчика горит рот, он съел острую пиццу. Вали отсюда, лузер, иди вон из-под крана воды попей. Из-под крана я пить не буду, мне мама запрещает, она говорит, что там много микробов. Боишься микробов? Тогда иди в кафе и купи воду. Жатина говядина! Лузеры совсем обнаглели. Фух, кажется, острота проходит. Пацанчики, мне что-то оливка начала нравиться. Может, замутить с ней? Чего, Оливия? Она на тебя даже не посмотрит. Да, Оливия крутая девчонка. Она любит крутых парней. А я что, не крутой? Я умею танцевать, играть в бейсбол и баскетбол. А еще у меня есть один козырь. Какой козырь? Татушка с медвежонком Бим-бом. Бим-бом? Да, Бим-бом. Девчонки любят медвежат, я знаю. Девчонки, я совсем забыла, у меня же есть подарки для вас. Подарки для нас? Да, пойдемте покажу быстрее. Так, ребята, у вас все в порядке? Все тип-топ, учитель Макс. Ага. Перестаньте драться! Давайте уже, начните бить друг друга как следует. Чак, ты чё несёшь? А чё, пусть разберутся как пацаны. Пазл, я тебя предупреждал, не называй меня разноцветным. А ты не называй меня картавым. Ты первый начал. Нет, это ты первый начал. Всё, я звоню учителю Максу, вы доигрались. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Мэйди, не надо, не звони, пусть еще дерутся. Чак, телефон. Неа. Чак, я сказала быстро телефон. Неа. Ну все, Чак, ты тоже доигрался. Учитель Макс, я вас искала. Что случилось, Мэйди? Там Пазл и Найс дерутся. Чё? Так, Чак, что происходит? Да хватит драться. Он первым меня разноцветным назвал. Пазл, это правда? Ты назвал его разноцветным? Нет, это неправда. Он первый назвал меня картавым. Найс, это правда? Не называл я его так. Называл, я слышал. Парни, вы же в одной команде. Вы должны дружить. Вы не должны ругаться. Да. Учитель Макс, я предлагаю очистить их из кампуса. Это будет очень хорошим уроком для всех остальных. Не надо, учитель Макс. Так, Мэнди, отчислять мы никого не будем. Просто ребятам нужно объяснить, что драться это нехорошо. Так, Найс, Пазл, идите отсюда, чтобы я больше такого не видел. Учитель Макс! Ты лучший! Да-да, я знаю. Учитель Макс, мне кажется, или вы к ним слишком добры? Да, у меня хорошее настроение, потому что я иду на свидание. Кажется, скоро у нас в кампусе появится новый тренер по йоге. Чак, пойдем поиграем в настольный футбол. Погнали. Еще тренера по йоге нам не хватало. Оливия, ну и где твой подарок? Девочки, мы же ЛПшки?
ЛПшки. И наша команда называется Лига. Ну да, девочки. Лига! Я решила, что у нас должно быть то, что будет нас объединять. Я поняла, у нас будет своя форма с надписью «Лига». Нет, у нас будут каваи. А? Каваи? Я была в пятерочке, и там за каждые 600 рублей в чеке выдают игрушки каваи. Смотрите, я сейчас покажу. Девочки, давайте теперь каждый из нас выберет себе талисман. Посмотрите, каждая игрушка – это персонаж. Мне нравится панда. А мне вот этот котик. А мне попугайчик. А я выбираю белочку. Смотри, какой классный. Да, они такие прикольные. Давайте теперь сделаем из них браслеты дружбы. Каваи можно скреплять. Смотрите. Наши талисманы соединены вместе, что означает единство нашей команды. Девочки, теперь я хочу собрать всю коллекцию из 16 штук. Тю, 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 тю. Тю, тю. Тю, тю. Чак, можно поаккуратнее? Прости, Мэнди. О, а что это у тебя прикольное такое? Смотри, Чак. Я скрепила каваи и сделала закладку для своего черного списка. Теперь не буду путаться в страничках. Прикольно, Мэнди. А дашь мне тоже такую закладку? Нет. Пойдешь и купишь пятерочки. Кстати, поторопись. Акция продлится до 25 ноября. Все, ну тогда побежал. Девочки, смотрите, я каваи прикрепила к своей сумочке. А я на кроссовок. Девочки, а вот вам еще один лайфхак, как можно использовать каваи. Я скрепила им свои провода от наушников, и теперь они не путаются у меня в сумочке. Прикольные штучки ты нам подарила! Ага! А ты хочешь такую же крутую коллекцию каваи? Тогда переходи по ссылочке в описании и собирай каваи вместе с нами. Ну что, девочки, пойдемте покорять кампус? Пойдемте! Короче, когда я жил в Майами, у меня на районе была своя банда, и нас все боялись. Мимо нашего квартала никто не мог пройти. Ого, прям как в гангстерских фильмах про бандитов. Что, даже полиция вас боялась? Да, даже полиция. Они объезжали наш район за километр. Нас называли банда диких. И я был там самым главным, если чё. О, предлагаю назвать нашу команду гангстерами. Ты гангстер? Не смеши меня, папа. В нашей команде гангстер только я. Дикий Дион. Дикий Дион. Да, Дилан действительно очень похож на гангстера. Короче, встали все. А теперь приспустите штаны, как я. Блин, а мне что делать? У меня нет штанов. Значит, приспускай юбку. Еще чего? Значит, не станешь гангстером. Окей. А теперь смотрите и запоминайте. На, бабл, держи, только не облизывай. Взгляд дикий, чтоб все боялись. Бабл, передай чубик. Передай Дилану. Передай Дилану. Дилан, твой чубик. Ну чё, давайте, покажите мне свою гангстерскую походку.
Ладно, было неплохо. А теперь выучим гангстерские фразы. Бабл, повторяй. Чувак, это мой район. Чувак, это мой район. Понка, повторяй за мной. Какого черта ты здесь делаешь, а? Ага, сейчас. Какого черта ты здесь делаешь, а? Поночка, поаккуратнее, ты мне сейчас железку порвешь. Ой, прости, Флешик. Гуфи, а ты скажи, свалил отсюда, пока не поздно. Свалил отсюда, пока не поздно. Уже поздно. О, Дилан, ты такой гангстер. Офигеть, мы стали дикими гангстерами. Все, урок закончился. Расход. Постойте. Так, что ты делаешь? Я ищу шкафчики оливки. Вы не знаете, какой из них? Я-то откуда знаю? Зачем тебе это, Дак? Я хочу порыться в ее вещах и узнать ее получше. Мне нужно узнать, что она любит. Ага. Так, Шухер, девчонки! Вау, какие у нас классные девчонки! Оливка, остановись на минуточку. Мне нужно тебе кое-что сказать. Чё надо, говори. Чё, может замутим? Я с тобой? Ну да, а чё? Я танцующий бейсболист, баскетболист. Любая девчонка в кампусе мечтает со мной замутить. Окей, у тебя тачка есть? Нет. А деньги у тебя есть? Ну да, сегодня родители мне дали на карманные расходы 50 баксов. Этих денег не хватит даже на чашечку кофе. Мы не любим кофе, мы пьем газировку. Подожди, Дэнс. Скоро я попаду в высшую лигу по баскетболу и выиграю Кубок Мира, за который мне заплатят большие деньги. И тогда я куплю себе тачку, а тебе чашку кофе. Послушай сюда, малыш Дак. Вот когда выиграешь Кубок Мира, тогда и замутим. А пока иди попей свои газировки и остынь. Пойдемте, девочки. Чао, какао! Увидимся, Бэнсик. Нормально на тебя отшило. Да, это было эпично. Блин, какая же она дерзкая горячая штучка. Пацанчик, расслабься, она тебе не сойдет. Я все равно ее добьюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. И ждите наши новые серии. И всем пока! Пацанчики, что стоите? Помогайте искать шкафчик оливки. Сам ищи! Say no, not that you wanna think that you get it.